Итак, дорогие друзья, помните, Дина Хасановна говорила, что кто-то из вас хочет же поиметь такие же подарки, как и наши почетные гости. Поэтому мы с вами проведем небольшой аукцион. Ваши аплодисменты. Так, если можно, я тут уже организуйте, потому что как психологи под музыку с деньгами легче расставаться. Итак, пожалуйста, девочки, выходите ко мне сюда. Значит, вот это вот мы, ну и себе куда деньги девать? Конечно, банк не положишь, поэтому будем складывать в банку. И все эти деньги, я вам скажу честно, по секрету, пойдут в детскую студию «Веселка» для покупки очень нужной им аппаратуры. Правильно я говорю? Правильно. Вот. Поэтому первый, хотел сказать, первый лот продается. Думаю, как же сказать на телеканале лот, что продается лот. Поэтому думаю, ну ладно, просто продается первый приз. Итак, вот это вот, если больше сделано, все, руками детей. Здесь Алина говорила, что какие-то техники тренировали там неимоверные техники. Здесь, вот. Можно сказать, чтобы сразу сказать, здесь витражная краска, раз, здесь стразы, два, здесь специальные камни, три, и здесь самое главное, аргели, четыре. Ну что, не понял, я не знаю. И, конечно же, детская влюбленность в то, что они делают. Поэтому мы с Диной посоветовались и решили вам на выбор три вида валюты. Доллары, евро и фунты стерлинга. Давайте с вами сразу посоветуемся, на чем мы остановимся. Понятно, единомерие на доллары. Хорошо, все понятно. Я напоминаю, платить нужно по курсу, сегодняшний курс МГУ 8 дней. Кто не помнит, я не смотрел в интернете, я специально это все не посмотрел. Итак, первый наш приз начинаем с одного доллара. Что, есть доллары или что? Ага, вы подвисут, я понимаю. Итак, так, сколько? 2 доллара, хорошо. 5 долларов, вот уже вы приехали на машине, да? Смотри, что пешком не ушли отсюда. Ольга, 500 долларов? Покажи маме. Что там на полицию, я стою, смотрю. Так, ладно, сколько там у нас? 5 долларов было, да? Ага, 5. Так, дальше что там? 5 долларов? Там подождите деньги. Вы посмотрите на родителей, когда вы не поминаете. Так, сколько? 10 долларов, хорошо. Так, сколько? 15 долларов, одной бумажкой, да, я понял, хорошо. Так, 20 долларов. Там еще призы, я просто вышел не на первую очередь, да. Так, сколько? 20 долларов, да? Все? О, сколько? 25 долларов, хорошо. Так, может, вдвоем выйдете, да, и все. Классен, купите. Сколько там? 30. Все? 35, спокойно. 40. Так. Я смотрю, мы купим аппаратуру, да? Сколько? 40 там? 50. Ну да, ладно, что там? Ладно, 50. 50 долларов. Что? 55. Ну, а все думают, да. Откуда стоили, да? Кстати, они даже будут показывать по телевизору, да? Налоговая пособие, ну. Все, сколько там сказали? 55 долларов. Достаем. Курсу, по курсу достаем. Так, красавица моя. Все, да? Все? Все. 55 долларов. Я вас поздравляю, продано, ваши аплодисменты. Так, вот сюда в баночку, вот девочка идет в банку, туда, в баночку. Не, баночку передадут, не волнуйтесь. Ну, баночку, она берет, извиняю. Так, и туда же и уходит первый наш приз. Ваши аплодисменты. Так, я надеюсь, у нас все правильно, куда не будем там. Вот, баночку.